Раз, два, не торопитесь. «Навстречу мечте» – так звучит слоган танцевального коллектива «Веснянки». Его участница Валерия Бабайцева занимается танцами 6 лет. Рассказывает, ожидает выступления с волнением и радостью. И мне этот танец очень нравится, потому что мы его создавали сами. Каждая наша девочка вложила какую-то частичку, то есть придумала свое движение. У нас получился такой общий танец. Вот. Нам его очень нравится танцевать, нам нравится и мелодия. Все так очень подвижно, энергично. Конкурс «Гимнастрада» в Самаре проходит впервые. Он состоит из нескольких этапов. Сейчас проходит первый, заочный. Команды должны подготовить видеоролик своего выступления. Мы готовимся усердно, репетируем, даже вот в каникулы занимаемся. Надеемся победить. Есть у нас шансы на победу. Стараемся. Если выступление коллектива «Веснянки» пройдет первый этап, они примут участие в следующем, уже очном, который состоится в Самаре в апреле. Участники, вышедшие в финал, встретятся летом в Москве. Ирина Болесникова, Николай Епифанов. События.